Да, Давайте коробочки разделимся были. вот на фаер-тимы, да, и засядем фаер-тимами на позициях, вот сразу, чтобы они было потом, как у прошлый прогон. А что? Где, блядь, куда бежать? Вот. Непонятно. Слушай, а можно мне залезть на эту, на мельницу и пострелять? На маяк, Нет, короче. нельзя. Можно акции Нельзя. забрать и кататься. У меня же оптика есть, я могу. Нет, нельзя. Оптика. Вот, смотри, вот когда фристайм закончится, стрелять по ним можно, а до окончания фристайма нельзя. Нет, оборонять... Ой, точку атаковать нельзя, если она не является обороняемой точкой, короче, в любом смысле, поэтому забей. Никогда нельзя. Так. Собственно, что у нас есть? Сколько? 4 фаер-тима? Или 3? Узнай, посмотри. Кто-то не сделал отряда нормально. Нет, скрипт не смог, скрипт не смог. Почему? Я его наоборот убрал, потому что, типа, есть тут эти Ну, отрядные или нет? хочется знать все отряды, чтобы были за офисе. Ну, у нас 2 фаер-тима в одном отделении и КНДшники, там еще человек 4. Ну, это автор знает. В смысле? Я вообще-то видел в Вон там брифинге. репит сел, показывает, что он хочет со своими пацанами. Нет, Не одним и видел. целым отделением не надо туда идти, это же бред А, их какой-то. 4 человека там. А, да, один НСЖ. Ну что, О, давайте по блядь. 4 рыла тогда, сюда, там. Давайте, короче, так. МП засядем вот здесь, вот тут достаточно годное место есть. Сейчас нарисую меточку. Вы хотите, чтобы Аздоник опять бомбил? Да мне плевать. Отлично. Поддерживаю. Вот веришь, вообще плевать. Вот, метка МП. Там годные такие укрепления, все дела. Нет. В смысле, чего нет? Если у говно, говно, них я тебе есть, у сразу них есть скажу. калашоиды, автоматический огонь. У нас есть темки, которые без автоматического огня. Они нас просто заломят там. Побегут, Да там даже 20 не метров и все. эмками, там знаешь сколько Пулемет. ВПшек у одного чувака? Я там Да. штук 7-8, по-моему, их испулял, если не 10. И Предлагаю его... ГП на стороне, у них преимущество сколько? У сколько? У нас точности ГП не реализовать. меньше. У нас ГП не меньше. Еще одну группу возле маяка в зеленке посадить. Вот там камешки, зеленка есть. Чуре. Вот, Вот я с смотри. пулеметом туда пойду, наверх. Я. Я того же Ловко. мнения. Оба пойдем. Пулеметик их там. Или за камнями где-то. Я вот сюда хочу Повыше и сесть. за камнями. Я поставлю метку. This. Там норм вроде. Ну, в прошлый прогон я вел там довольно сочные камешки. Хотя, с другой стороны, Ты там там... ничего не Нет, там, да, поставляешь. там выше же это. Иди тогда на 1-1А, засядь с оптикой. Встречай их. Я возьму Рема и Йоду, и мы пойдем возле города, короче, подходы держать. Там где-то на месте найдем. Топ-кек. Вот, кочегар здесь. Да. Эй. Короче, отдашь... так, даже не так сделаем. Мы тебе скинем 3 мешочка. Ты пойдешь в стрелку, в эту, в церковь. Так. И на входе в церковь, короче, поставишь укрепление. Вот. Как пес. Мы прибежим. Смотри, точку зеленую ставлю. Мы туда прибежим, скинем 3 мешочка на землю. Ты их возьмешь в инвентарь. У тебя в сумме будет 4 мешочка Хорошо. на входе. Окей. Вот, а Прощаюсь ко всем Торжок, башням. Торжок. Я Ты на прежде темных. чем на позицию бежать, сбегаешь на точку 1 зеленую, выложишь там колючую проволоку и растянешь ее. Потом на позицию бежишь. Растянешь так, чтобы вход. Окей, да. Окей. Ну, потом, когда нашу оборону прорывают, мы бежим в район Кафри за церкви. столько? 5 минут. 3 минуты. Две мы летим, 3 минуты там у нас Ну так остается. Чарли, ты куда идет? Ну Да, вот, куда вы же идет? нарисовали себе пиццу. Один-один цел, Не, это нормально. я просто предложил. Он Давай пойдем туда. Ну, Вот иди нравится, там иди, же. какая разница? Далековато. Всем Какая плевать. разница, где помирать? Не, на самом деле там не совсем недалеко у нас. Мы в прошлый раз как раз через эту птицу обходили. Там нормальные, кстати, горочки, там лысые холмики, можно пострелять нормально, в принципе. А вы альфа предлагаете всю на маяк садить? Ну, отстрел туда идет. Фига себе. Толпу такую туда. Так я Ну, с вами, ну Которая сколько? простреливается хорошо, Вас же четыре видели. человека или сколько вас там? Там и Йода сидят, и Нет, неваляшка Йода какие-то со мной там. Это будет не, в я бою. ниже Мы по буду в фаер камнях, тимам, мы по ниже фаер тимам. маяка, короче. А-а-а, понял.
Замерить там позицию, найдете себе там. В конце концов, севернее маяка еще звезды есть. ПЗ забанил сам себя, понял. Но если ты на маяк не полезешь, ты мало что там увидишь. А может, ты к севернее, на 32-ю? На мысок? Пусть там в камнях сидят. Да, если кто-нибудь полезет на маяк, пусть расстреляют. Тут же недалеко 200. Там эти камни простреливаются очень хорошо с высоты. Вот сейчас поставлю. Так, это иду. Желтенькую метку, восклицательный знак. Вот оттуда. Раз, два, раз, два. Я буду ставить КВ прям. Да, да, да. У меня нет. Мешочек собирайте, я его сразу. Федерация хорошо. Почему? Лампу. Особенно мне нравится, как ноги мы соложили к вас просто. А парашюты для тех, кому не летишь? 56, дурачок. Отстань. Раз, два. Три, четыре. Ой, если кто-то включил сейчас дали с прессовки большую, мог бы стрелять по нам. Забанен. Body to love. Почему вы все спите? Почему у вас всех не видела? Пилоты бота, да? Да. Боже мой. Как они чётко, чётко раны сражают. Ать. Сейчас испугается и улетит. Чё там ноги сзади? Да, мне шкет спектал. Б со мной, это мой Б. Б ко мне, ко мне. Б со мной название. Б, куда? ПЗ, возьми КПшку, слышишь? Давай кидай. Просто командиров... Ты, не скролл прокрути, дурачок. Нет, это я понял, она у меня досталась только. Как ее поставить? Ну, взаимодействие через Windows. Так, нам надо будет здесь наблюдать и 340, чтобы со спины не подошли. Слышишь? Канал группы общий, да, да? То есть метки не ставит. Ну да, наверное. У меня мешок с песком есть. Надо было тебе отдать его этим пуцкам. Можешь пока сбегать еще, успеть, если хочешь. Но я бы не рекомендовал. Они, кстати, пойдут со направления 260. Ночь хреново, лол. Могут пойти. На сторону базы. У нас бинокль какой-нибудь? А, есть, хорошо. Давай я тебе одному. Осталось 15 секунд. Давай. Что за снаряжение? У меня в рюкзаке лента. Бьют по маяку. Атакуют нас. Вася, что тут делаешь? Ты в другой группе. Я
поймешь, что это будет. У тебя как раз лента на 249. Короче, докладывает ворог, наблюдаю помещение противника на север, прием. Эти масляты на юго еще идут, на юго-восток, на юго-восток, на юго-запад, вернее, поднимаются, обходят через холм. Ты их видишь, что ли? Да. Они на Чарли, скорее всего, выйдут, либо между Чарли и МП. Чисто, чисто, чисто 260 там вот на дороге они перед холмом сгруппировались. Прямо замаслить сейчас можно их прямо, прямо ГПшка бы туда кинуть. У меня ГП этот есть, но я не умею с ним. Вон по горе бегут, бегут, бегут. Что, дать ГПшкой? Нет. Ложись в это. По нам бетер бьет. Сныкайте еще. Бей, бей. Ты че, у меня бетер отрабатывает, можете. Где бетер? Пехота поднимается, пехота поднимается. Там ГПшку бы туда дали бы еще. Подняли. Где бетер, пехота поднимает. От маяка на 240 ушли, подняли сверху. Заметочки на карту тоже обновляй. Вы в общий канал? Ну, в групповой канал. Хотя бы. Прям бетер, он не ест. Что-то пролетело. Поставил метки. Чарли как пошел. ГП шат. Дал примерно направление. Беттер там стоит. Ладно, тащи его, сейчас вдвоем потом. Вылечь. Беттер едет. У нас потери есть какие-нибудь? Ломали нам шкаф, царячек. Шкаф. Да. Слушайте, у вас ГПшек сколько? Много? Если штук 9, можно бетера закидать, им колеса выбить нахрен и все. Он хорошо ГПшки долбит его. Чарли, бетер выезжает на южную... На южную... Выехал наверх. ГПшки... Я пока на правый фланг схожу, посмотрю, никто нам не заходит там, ничего. Okay. Надо бы обходить как-то его. Иду на правый фланг наш, смотрю, пехота идет, не идет. Флэш. Да. Скоро просматриваю ваш правый фланг, прием. Технично, правда. Валя, прием. Что? Какой это триггер, отталкивающий или убивающий? Убивающий. Это хуйня. Нам предупреждение будет сначала. А, понял.
уходим. По нам ГПшки летят. Нам по правому флангу бьют ГПшками неизвестного направления. Это по мне, скорее всего, я уже ушел от позиции давно. Вонзай жив. Вонзай был РП. У него КВ нет. Так, что у нас ПТР есть? Блин. Так, вижу, Беттер катается, зараза, живой еще. Беттер еще живой, его чем-нибудь можно вообще выбить? У нас есть? Ну, РПГ у нас одноразовый есть. Одна в церкви. Понятно. Флайер, вот даже не... Ну, я отошел, да. Чуть-чуть восточнее. Я какие-то, когда на правый фланг ходил, ну, от маяка... Сюда. Дымы видел. А кто-то пытался пройти, что ли, или что-то. Есть какую-нибудь информацию по позициям противника? У нас пока ничего нет. Вижу отделение противника, действует на 53-51 высоте. Которая возле их база, правильно? Ты по взлётке. Он катится, 300-320. Понял. Блядь, гранаты ему закинь. Бета по взлётке катается. Дайте с высоты, на яму не отходите. Правый фланг нам идёт. Да-да-да-да. Слушайте, к маяку скорее всего Беттер движется. Да-да-да-да-да-да, сейчас бить по нам будет. Были гранаты? Что, может немножко тянет назад? Хотя, да-да-да, отходит. Да-да-да. Прячем. Просто ты я кидал. Бля, ну ты меня подранил. Уходим с маяка, по нам Беттер бить начинает. Ладно, будет. Кинул дым, пусть отвлечется на него. Так, уходим с маяка, потому что нас уже здесь жмут. Ну, недалеко. Здесь будем. Там что за дым? Я бросил. На севере, четко на севере, на острове. Ну, вот этот дым белый, это сзади где-то? Точно. Сейчас посмотрю. Не вижу пока никого. Есть, есть, есть. Но там есть. Русский, русский бегает. В дымах, дымах. Что за камни? Большого камня. А что ты говоришь, за что? Отработаем все? Да, конечно, конечно. Ну, я не знаю, кто-то меня гранаты подарил. Слева от камня. От камня может выйти сейчас. Или справа, вот этот большой. Там еще люди есть, сука. Че, на подавление или что? Пока нет. Пока просто смотрим. Чали, конечно, на восточке смотрю эту горку. Как поднимется, начну работать. Чали, от вас противник где находится и ваше текущее местоположение какое? На нашей позиции, на метке С. Откройте меня, откройте меня, короче, они заходят с запада. На мою высоту.
Крэп, отойди просто, не надо воевать. Туда возможно ГПшку закинуть? Можно попробовать, если закинешь с первого там с второго. Ему станет неуютно, он отойдет, его тогда подстрелим. Восток, говоришь? Вниз спустился, да? Нет, он там бегает. Может спустился, я не видел. Там нет, 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 выше и левее. Куда вот нашли? Я ровно на высоте ко мне. Я не спустился, там вот ниже камня. А, да? Ты видел его? Да, я видел. Okay. Там, блять, на 320 метр 400 БТР. Да мы знаем. Окей. Okay. У кого-нибудь пулеметные ленты есть с собой? Ну. Там одна коробка наверху возле маяка стоит. Можешь сходить наверху подобрать. Да. Кто это? Это по нам. Да мы знаем, мы понимаем. Метров 500 не так. Если покажу, куда спустился персерами. Господа, к нам какой БТР уже приезжал, практически приехал. Трубу можно притащить какую-нибудь? Куда это все равно стреляю? У вас нет совсем ничего. У нас вообще ничего, у нас ГП одни только. Сейчас я помню, конечно. Я, конечно, надеюсь, что он щиток открыл, и можно в упор его застрелить будет, но. Чего? Все равно сейчас куда пойдут. Не знаю. У нас какие коммультивные? ГПшки. Задавил как, да? Он заживает? Башку уже нет. Он забили. Каштан, откуда били-то? Да. А, бассейн, он вдоль побережья отправил пацана с трубой. Осторожно, у нас тут раненые. У нас тут бьют уже отсюда. В дым ушел. Понял, понял, понял. Пусть на звук ориентируется. Как тебе повезло? Ложись! Уходим отсюда. Там беттер. Беттер на 330. У нас уже почти достал. Бросай на землю, мне давай. Да. Положил. Ну все, я пошел. Давай, давай. Блин, Дирали. Так, давайте к камням вот этим, которые у нас на 120 отойдем. Это мой враг мертвый, да? Легат, ты живой? Да. Нормально, вернее, да, не ранен? Все, мне надо твою помощь, отходим. Я не знаю, где ты. Сзади. Трупа возьми, Мейсон. Нет, подожди. Я сейчас схожу к противнику. На восток иди, Гонзе, на восток иди, я тебя перевяжу. Он уже валяется. Я бегу к вам. Мейсон тут. А у меня такой вопрос, а мы должны прям в городе находиться, чтобы оборонять его, или в зоне здесь, рядом? Ну, большой квадрат вокруг города, включая побережье. Понял, потому что мы на 40-й высоте отошли. Да от подожди, маяка. Спасибо, блин. Понял. Ну, мы метку на себя дали, мы, если что, можем войти внутрь. Потом. Ну, пару солдат, человек. Че, надо кого-нибудь перевязывать? Флайер, ты видишь? Нет. Так, это наши, да? Наши. Кто стрелял? На севере, по-моему, сидит в воде вот камень, который самый ближний к нам. Вот там сидит. Сейчас посмотрю. Ну, он там полностью. Не, он уже в воду переметнулся. Здесь рядом? А, тут нету кого-то. Там МК была, М4, пацана. Сейчас постреляю. Гонзо, противник, на 150 на мою карту. Блин, ты свой, блин, Банзай. Банзай, трубу.
Загоните его, скажите, что на стрелке. Что на стрелке? Внимание, у кого РПГ, у кого РПГ, пройдите вдоль дороги, которая идет на север от стрелки, увидите бетер, он почти не стоит, его убить не может. Но мы это сделать не сможем, это точно. К вам РПГшник пришел, там нет? Да-да-да, нам дали трубу. Послал Бонзай с трубой в стрелку, ищите там трубу. Принят. Объясните там, где вы. Я... Бонзай, я нашел, нашел, я понял, где он. Нет. Я высунуться не хочу, высовываться, чтобы меня не подстрелили. Блять, мы своим хуя. Где пулемет? Стрелял по пулеметчику. Нет, не бежали. Там мы бетер сейчас на панам долбит, поэтому Бонзай, заходи, пусть Бонзай заходит к нему. Находится возле. Убрал. Сейчас давай ты высунешься, постреляй, и я по нему постреляю. Убегаю. Или позиции, или подходят, или еще что-то. Ну, нам наша задача сейчас быстро там к нему в борт заходят, попробовать, вернее, сидеть ждать, пока его зайдут. Там... Бонзай должен зайти к нему. Мой поедем. Это, по-моему, наш Бонзай идет. Это Бонзай. Ну, наш, наш. Все, все понял. У нас раненый кто-то? Отвлекся, поэтому есть шанс у него. Внизу, внизу пехота, слышишь? Уже. Так, у нас к нам пехота идет. Накидал одному, там еще один. Бетер плывет, по воде, по воде. К нам подплывет. Сильно там внизу, короче. Понял, я бетер попробую спалить. Примерно на 80. Да, понял. У нас граната не успела. Да. Как поняли, у нас бетер плывет по воде. Может, только есть. Ну блин, пехота еще здесь подошла. Спасибо.
двоих убили. Этот жив? Брата, жив, красавца. Прикрывай меня, прикрывай меня, сзади, сзади, смотри. Привет. Да, своих. Не прикроют вас уже. Там пехота зашла, а с Доника, по-моему, замахнули. Пехота стрелки? Дикарами. Пехота нам, блин, на камнях, Где метка на нашу группу стоит, на самой южной части. Сороковая высота. Да. Кто-то топчется. Тут ходит кто-то еще. Сейчас перевязывается там противник, Я перевязываюсь. Тебя гранатами закидывают. Да, я понял. Окей, понял. А тебя слева или справа противник может быть? Я перевести? Не знаю, я пока не пойму, где мне. Хорошо, ну, наблюдайте в бинокль, если что буду говорить. Да. Я сейчас медкит, не могу ничего сделать, медкит при меня. Катеров на зоне высадки БТР. Сейчас дадим. Стрел, где ваш РПГ? Выбить его, пока он мало подвижен. Взял, сейчас буду. Доползу только. Ног нет. Сейчас он из воды выйдет. Блин, руки мотает. Промазал. Бля. Сейчас пехоту добью. Пехота где? Да, я показался, это не пехота, это нуклеер. Труба была? Наверное. Повтори. Наверное. Ясно. Ща найдем. А в городе тут у нас чисто, нет? Там еще сидят люди. Тут какой-то мышонок бегает наш. Блин, ну, ты же да, был. Есть. Нам живо бронить надо или вообще в принципе все же? Зону кра... ну город да, по сути, и кусок побережья. Пойду потом похожу, может РПГ-шу найду в русском. Клер, там есть метки где-нибудь у кого-нибудь? Сейчас найду. Че, не можете попасть в БТР что ли? Трубы нет, зараза. Батя в город. Блять, беги! А у нас мало людей тут. Че? Живой? Живой. Так, не то. Чё за калаш сейчас был в городе? Свои. В городе дальше был. Это противник? Свои калаш подобрал. А, свои, окей. По сути, только БТР, что ли, остался, получается? Ни одного гранатомета. Больше никого нет. Я взял ГПшку. Я ГПшку взял, сейчас. Камни, где Паша валялся, двое ползают. Там свои, да. Я взял ГПшку под ствол, сейчас попробуем накидать ему по колесам. Хотя они осколочные, нет? Осколочные? Не попал. Если в башню попадешь, можешь даже типа аж пораньше. Сюда поворачивайся, осторожно. Сюда смотрят? Ими... Да, вроде. Вроде да. Нет, отвернулся. Сейчас попробуем по колесу накидать. Недалек. Я подразню маленько по башне.
берет. Сейчас будем пытаться в колеса кидать. Получится. Не, плохая идея, плохая идея. Хуёво. Сам как? РПГ есть? Да. Паша, пока. Да нет, живой? Да, живу. Живи. Ты сам живи. Ну, клир. Я такой же. Живой? Такой же? Поздравил на вашу позицию, котел. Из Чарли вошел в город. Да, я вошел с юга, юго-запада. Ей. Вам не надо. Сука. Не надо. А че? Тварь. Вот че ты не сдох? Вот именно, че ты не сдох? А, ну клир еще живой. Я вошел, так нет. Шоколад, начал его сразу. А задание кричит, прикрывай, я очнулся прям башку. Ну, в общем, блядь, прикрывай. Синие выиграли. Блин, все равно башку попал. Нет, не выиграли, когда нуклир был последний раз, не рубали, все. Вы сейчас Беттеру подсказали, чтобы он проехал, добил, блядь. Кто ему подсказывал? Ты ему подсказывал. Не надо, блин. Вот сейчас Беттеру. Вот давай скажи, когда ты задолбал, Ремчик, а? Ремчик. Жизни... Бен сюда не поехал сейчас. Да, стоп. Ворон в жизни бы не поехал? Да ты что? Да не поехал. Не поехал бы. Ну хорошо, скажи, кто ему подсказал? Забанник? Да по-любому кто-то из вас подсказал. Ну и все. Скрин ван. Ой, все. Ой, все. Вот там 30 миллионов. Идите все нахер, вот и все. А у кого-то это было, непонятно. А нет. Ну Ляха говорил, что у кого-то есть церковь РПГ, но так я не выпалил никого. И РПГ. Еще говорил, РПГшка есть у кого-то 18-я вроде у красного. А мы ну, да. РПГшки команда была стоит за зоной. А, ну все, значит, бесполезно было. Не, ну подожди, как же ты? Твоя победа красная. А тут какой стат? А сыр? А сколько времени там дается? Пускай вылазят, пойдут на башню. Ну, да. Давай как 40 минут дается. Чем вылазить? Ну, пока битвы как будет. Нет, ну они хорошо. Значит, синие проиграли, их все равно осталось только двое. Трое, четверо. Пересчитал. У них все красных, у них двое осталось. А. Смотри, что кочегар. Что он делает? Убежал от Иванчика. Ну а зачем? А можно убраться? Сейчас ему колеса. 40 минут. Я это колеса сделал, а не вышел. Когда был один нуклир, вы не рубанули, так что ждем. Да не, нормально, все ждем. Просто если Беттер будет так кататься бесконечно, то он вместе проиграет, я так понимаю. Надо будет просто убивать. Да, ты его проблема. Это разве наша проблема? Это, по-моему, проблема Беттера. Ну да, само собой. К нему, к моему, сейчас заходят там, будут встречать. Имеет смысл попытаться ему колеса выбить. Ну да. Я это пытался сделать, но... А там был РПГшка была где-то? Да нет. Нет, пулемет. С пулемета. А, ну да. Ну, кочегар может получиться вполне. Снаряду. Да. Один перелетел, другой не долетел. Обида. А у меня руки так мотало, я же раненый был, у меня... Можно было ближе. Во-первых, руки перебиты. А я не знаю, что ты стрелял, Паша, ты так далеко был. Надо было ближе подходить, смысла нет. 18 так далеко стрелять. Нет, у меня 72-я. Ну да. Ну нет, там прицел получше, у меня просто руки бы не мотало, я бы попал. Вон, Беттер едет. У меня туда-сюда, ты дых, я вообще в момент ты пытался ты поймать, чтобы попасть. Ты да. Не надо там шмыгать, ну. Не страшно. У Беттера, если что, запас есть. Ой. Прекрасная возможность вытащить их. Че, не водашка, что ли, спалили? Нет, он сорек стал. Вот этот парень знает, как играть против Беттера. Ну, это нет. Хер пробьешь. Да. А если дом сломается? А то дом рухнет, да.
А у БТР хватит дамага, чтобы дома сломать? Да. Мы ломали его тогда. Это арма в руинах останется такого. Да, тут калаш ломают. Не валях, в руинах останется. И бам, всё. Мазоник будет говорить, что о, читеры. Да-да, читеры. Читеры в церкви лежат, по декстонами не убить. Может, они в рукопашку пойдут, а? У них сил хватит. Помню, как-то давным-давно играли с нами в Counter-Strike Сарсу 1.6. Ой, не, 1.6 Сарсу, да. На калининградском сервере. Не знаю, по столу был тогда с нами, нет? Пойму, вроде а ты... И, короче, а там, когда непонятка, будет... типа, в конце оставалась 1-1, там был, типа, плагин, что можно, типа, ну, с ножами, типа, только воевать. Ну, типа, это как по стене ударил, да? Что делать? Вот он сидит сейчас на это. Она же тоже такой раз у них остается такой патовый, типа, админ предлагает там на ножах посмотреть. Вы включите этот внутренний обзор. Камеру не переместите внутрь. Это его лицо? Ну и можно вниз опустить и переместиться внутрь. Смысл? Ладно, не важно. Внутри кого? Кочегары? Крадущийся кочегар, сотающийся дракон, да? Просто ворон сидел на командире. А чё кочегар-то сделали в ТР? А его теперь не видно же будет, он за... Да-да-да, запаска. Нет, они пересели. Он сейчас, это, баллоник берёт. Не и... надо. Ой, дурак, это не работает. Ох, Акбар. Что? Они такие, что? What the fuck? Вот. С пулемётом можешь же выбить берегу. Отсекаем, хлопцы. Да ну нафиг, я сваливаю. Рип, прикинь, кочегар, их там поранило сейчас, и кто-то упадет в обморок и заедет в ёлку и сгорит. Вот это будет просто 10 из 10. Я не думаю, что это крайне. Это бета все. Да нет, они вроде все целые. Кровавых. Они на бонзай здесь приехали. Он их должен видеть сейчас. Ну а че бонзай? А че бонзай? Консервным ножом? Каким калашом? Может, ему чего? А, другой руки, пока народ не разошелся. Самое круче было, что когда я заходил, я думал, это вот я за то, что рубить, а берите еще его, я не знаю. Либо пусть выходит, либо мы рубим вниз. И выходит из БТР. Тебе, например, это писали? Ну, я сам бы... Потому что ты наехал. Азгоник, хорошо, я тебе так скажу. Ты хочешь иметь 40 минут ждать или что? Смотри, смотри, его тупо наводят на него. Иди сюда. Как его наводят? Ага. Видишь, ведут. Вообще там не сложно догадаться. Да, да, да. Как догадаться, можно. Ему воду что ли смотреть? Да, он такой догадливый прям, знаешь, что он там за камушками сидит. А теперь отказывается. Его же гренили в попу. Откуда его еще могли? Да, прям с воды его гренили. Кто был маяк, а не вода, пусть там. Кочегар, беги. Или гранаты с берега. Кочегар, блядь. Ложись. Ведут, 100% ведут. Да если он ляжет, его не заметит. Даже если он лежит, что не заметит. Слишком продвинутые, да, наводки? Они теперь его ведут в город, говорят ему, едь в город. Оттуда не достанут. Попалили тебя от лома. Сейчас за крабом могут. Случайно там. Ага. Вот я на краба навели. Все, это ВХ. А игра в лапте просто. Триггер. Сейчас сломает еще все. Сказали, что его спалили, надо свернулся, поехал обратно. Так, заговор, скандал, интриги. Он же не валял. Через окно его убить, понял? Заедут на лестницу прям. Да-да-да. Обновили. Смотри, как они странно на этот дом смотрят, а? Да, там враг. Враг сидит. Чего они с забором? Заборы ломают. Их навели же. Явно задумали. Они город перестраивают, вы что? Оп, сейчас взорвётся. Он съел его. Она сейчас взорвётся, может взорваться. Да, ну, было бы прикольно. Я был гордый. А, они начали, мне нравится ломать заборчики, да, почему понял. Они просто ехали. Это бессилие уже ломают, всё подряд. Не, они как акула, знаете, ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Они сюда стрелы. Нет. Вот бы они реально на... А колодец-то не поддался. Он не такой.
Шкалы не стремились. Ломать заборы мы не бросим. Заборы 4-8-8. Они, наверное, так делают, что никто за ними не скайпит. Вы серьезно, риск еще идет. Паш. Люди, которые ходят, ищут. Слышь, пусть все не ходят, как вылазит, и идут выломать БТР. Аналогичное предложение. Да. Ну, это уже другое. А чем? Прикол, так, они, так не работает. Они в обороне. Да. Они в обороне, да. Ну, а херли эти должны вылезать, они в атаке. Они на БТР. Так они в атаке. Но пусть а катаются. Экипажи, пусть катаются. Адептус механизм. Почему у ворона люки закрыты, он же ничего не видит. Там, а я его наводит. Нолик нажать, я курчик. Перство. Просто вот тафак. А что кочегарку, ну что? Алло? На бонзай, на бонзай. Наводите быстрее, ребят, время кончается. Помогай. По нам стреляет, по нам стреляет. Навели. Бонзай еще дым себе на себя кинул. Бонзай испугался. Смотри. А с их позиции так интересно смотрится. Он просто на себя наводит с беттером. Ну, так водку наводит, бонзай наводит. Да. Вам бонзай. Сейчас через речку пойду. Нет, они подняться повыше хотят. Я якобы. Ну, аутирование началось. Я бы вообще им предложил идти вплавь на этот, на авианосец. Надо было просто сделать здесь зону, где пострел. Сколько времени делать авианосца? Я думаю, разумно здесь вот что сделать. Рассчитать топливо так, чтобы хватило на определенное время миссии. И чтобы вот это вот по катушке просто вот... пресечь, то есть, грубо говоря, в конце вот тут сейчас время остается, чтобы уже топлива не было просто. Нам позицию угодно. Там совок все, не съесть. Может это в ГСМ нормально, там подвоз, все. Да. Не, ну это я думаю, это разумно. Или ладно, давайте рубите, если плевать, тоже неинтересно. Ну, куда вы? Они стоят целиться, едут. Со скалы хотят махнуть вниз. Паш, они на позицию приехали, не надо рубить. Я эти позиции знаешь, где видел? Неважно. Я видел фильм, что начинал поражение, тогда рубит. О, они суицидятся. Ну и как вот, они на БТР. И что? Мы проебали сами свои РПГ. Да нет, Прайс. Нет, Прайс. Сейчас подойдет там помощь. Я понимаю, что вы возвращались, и тебе нравится смотреться вот за идущим бетером. Ничего страшного. А что, у них есть шанс перебить сын? Есть. Все. Так, я пойду? Нет шанса. Нет шанса. Я его не убьют. Они техники, что поддержка пехоты. Прайс. Зная ворона, ну есть. На любой вероятности не существует. На любой вероятности не существует, правильно. У меня тоже есть шанс там. Это кому валяется. Ну вот видишь, есть шанс, ну все. Они как бы переехали. Признайте поражение, ждем окончания времени. Кому не на голову встали? Кому не скоро компасло. По-моему, он застрял. Да нет, нет. А нет? Он думает, почему не может ехать вперед. Паша, что следующее? Лализар, давайте сыграем. Как раз народу хватит. Как раз все свалили сейчас. Блин, там скоро уже конец был. Его дерево не отпускает. Дерево не отпускает. Не, отпустило, все нормально. Спай. Но он сейчас докобеливает, реально заставит. Напиши, не знаю, Паша, типа, давайте рашьте. Да, посрашь. Да у нас как? Там пехота уже бегает, нормально. Все нормально. Он их типа из города закурил, да? В обраточку. Смотрите, какой хитрый план твой. Все норм. Даже не валят. Смотри, еще кочегары. Они применяют тактику выжженной земли, понимаешь? Они сейчас все деревья, заборы, все поломают. Это их земля, Сейчас они на какой-нибудь от нас их заедут, вот на эту и... Привет, пока будет. О, слава богу. Я что-то пропустил? Да. Есть ничего интересного, они просто ломали. О, троих! Когда я успел стрелять?